Добрый день, меня зовут Женя Жуковский. Сегодня отличная погода, отличное настроение. И вы вместе со мной отправляетесь на мисс-конкурс Витебск 2013 в клуб «Планета». Первый год от жизни. Страшно. Не знаю, на что идем, что нам ждать от них, что они попросят нас. Эмоции от жизни. Были эмоции? Конечно, когда они задавали много вопросов. Готовы ли вы на все ради конкурса? Да. Точно? Но волосы в синий цвет я красила. Что главное, самое эмоции на конкурсе есть? Красивая улыбка. Мой путь, понятное дело, красивее. Что будет, если вы не пройдете? Как? Я уверена, что я пройду. А что будет, если вы не пройдете? Ничего не будет. То есть реакция не прошла? Не прошла. Just you, it's already been done, undo it. It takes two, it's up to me and you to prove it. Реально сегодня прошло 6,5 человек. Мне тоже 6. Половина.
Косарева, это понятно. Погадаева, понятно. Афанасьева, понятно. Лучко, понятно. Шмачина, понятно. Седьмой номер, большой вопрос. Хотя, конечно, в ситуации будет очень сложно. Может, мы с ней ничего не сделаем. 2, 4, 5, 9, 10. Девушки, спасибо большое. Мы рады вас видеть на нашем культурно-развлекательном мероприятии «Конкурс красоты Мисс Витебск». Всем остальным спасибо за участие. Конечно, рады, но небольшой шок, то, что выбрали так мало девушек. Да, очень, очень рада, в восторге, в ожидании, что же будет дальше. Где-то в глубине души я, конечно, хотела этого. Когда назвали номер 9, я еще два раза пересмотрела, это ли я. Очень неожиданно, но я рада, потому что в Витебске самые красивые девушки. Были ли яркие личности? Нет, ну были интересные девушки, были интересные участницы кастинга, пили, танцевали. Действительно было из чего выбрать, на что посмотреть. Таким был первый конкурсный день Мисс Витебск 2013. Следите за нами в социальных сетях, ВКонтакте, на городских порталах и еще на Фейсбуке.